Андрей, ты же только сейчас выносил. Ну? Идите, может быть, скоро... Ой, вот два. Пойдемте еще. Мария, вы выходили с нами на пожары, да? Да, да. Скажите, какая обстановка, на ваш взгляд, сложилась? Какие дальнейшие действия были ваши? Кто вам что сообщал, как сработала сигнализация по родным? Что вы услышали вообще? Я услышала, что постучался кто-то в дверь, но я подумала, что дети. Потом через 5 минут слышу какой-то запах гари. Я открыла дверь, и все кричат, ну, пожары, быстро выходим. Я открыла дверь, уже было все в дыму. Я выбежала, в чем была, только ключи взяла, и все. И всех начали... людей. Сигнализация подобная в этот момент работала? Знаете, я даже со страху не обратила внимания. Ясно. То есть вы выбежали до прибытия пожарных подразделений, да? И спустились на стропе, да? Ясно. Да? Хорошо, спасибо. Все имущество уничтожено полностью. Планировал другую комнату, другую квартиру, которая лежала.